Приветствую зрителей и подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня будем устанавливать шпалеры для малины. 10 метров. 6 штук, шагом 2 метра. Вот разложили по всей длине. Все, начинаем. Установили шпалеры длиной 10 метров. Сварена конструкция с профильной оцинкованной трубы. Основание, ноги 40 на 40. Рогатины сами 20 на 40. И перемычки средние 20 на 20. Верхняя 20 на 40 тоже. Соединительная часть прогоны 20 на 20. Шаг 2 метра. 5 секций, 6 штук. 2 троса. Возможно установить еще 3. С натяжителями Торопы. Все соединено на саморезы 19 на 5,5, правильные цвет примерно порошковый, окрас цвет шоколад. Все, уровень выставлено. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы. Всем пока.